Друзья, поздравляю вас со старым Новым годом. Сегодня уже 14 число, и настало время подвести результаты нашего новогоднего конкурса. Приступим к подведению итогов нашего конкурса. Условия конкурса. Нужно было вступить в нашу группу. И второе, нужно было сделать репост определенной записи. Ссылка, собственно, есть. Так вот, копируем эту ссылку. Дальше открываем приложение Random Apps. Открывается. Вставляем ссылочку. Нажимаем «Далее». У нас на данный момент в конкурсе участвовало 357 человек. Давайте выберем первого победителя. Нажимаем кнопочку «Выбрать». Победителем становится Влад Степанов. Давайте проверим, выполнил ли он условия конкурса. Так, копируем. Так, вот наши участники. Поиск по участникам. Нажимаем «Поиск». Влад Степанов. Да, в группе состоит. Смотрим. Смотрим, когда он делал репост. Репост он сделал 8 числа. Влад, я вас искренне поздравляю. Вы выиграли первый сертификат на семестр обучения по курсу CCNA маршрутизация и коммутация. Продолжаем. Я возвращаюсь в Random Apps и нажимаю второй раз «Выбрать победителя». Вторым победителем становится Оксана Сорока. Оксана, я вас искренне поздравляю. Проверим, выполнили ли вы условия конкурса. Ctrl-C. Возвращаемся к участникам нашего сообщества. Нажимаем «Поиск». Оксана состоит в нашей группе. Переходим на ее страничку и смотрим. Она сделала репост вчера в 18:58. Да, вот так вот, совсем недавно, совсем вчера. Оксана, я вас искренне поздравляю, вы становитесь вторым победителем нашего конкурса. Возвращаемся в Random Apps и выберем третьего победителя. Третьим победителем становится Степан Амельяненко. Давайте проверим, состоит ли он в нашем сообществе. Поиск. Так, Степан состоит. А репост он сделал 7 января. Степан, я вас искренне поздравляю, вы стали третьим победителем нашего новогоднего конкурса. Искренне поздравляю победителей. Друзья, приходите за вашими призами, они вас дождутся. А всем остальным рекомендую участвовать в наших конкурсах. Приходите, у нас всегда найдется для вас что-то новое и интересное. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с Cisco.